до фрази «Робе Бекарко». Там вже з'їдемо в електричці в тому. Робе, де йдемо? Це Франко. З вала Франко. Да, да. Але це Франко. Це Ламкор, не Ламкор. Це Франко. 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 Стоїть 5 євро. Ну, там ми ну там це з вокзалу до аеропорту виходить. Ну, він там є, ми кин. Ну, це там пін, і да, то. То хай кон на пан. Стадіон Найтрахта. Во Франкфурті. Стадіон. Ну, от електрички. І да, і ці лайку. Не видно, це, конечно, нічого. Здесь вылеты каждые 5 минут. 5, 15, вот смотри, 20, видишь, по минутам. Очень много вылетов. И это не все еще, оно еще перелистывается периодически, то есть. Аэропорт очень крупный. Много терминалов, между терминалами ходят шаттлы. С первого терминала во второй мы добираемся на шаттле. Такой маленький поезд. Везет людей. Здесь большой аэропорт, и пешком невозможно лететь. Это долго, занимает много времени. Сам аэропорт. Инвалидов в отдельный вагон. Вот люди опоздали немножко на регистрацию, там толпа на самом деле стояла, человек, наверное, за нами. Это отмена рейса и вылет там, как тебе удобно, либо покупаешь билет новый, либо на следующий день Wizz Air. Вот такая жесть во Франкфурте. Просто не пропускают. Автобус стоит, мы пошли, а... Это вот это чёрное. Всё, вот сколько там человек? 10-15, блин. Просто остаются... Остаются вот просто во Франкфурте. Это жесть, блин. Это просто жесть, блин. Нигде, блин, движняк такой, здесь много вылетов, много рейсов, много... Странно. Это один из терминалов. Второй. А сколько я здесь сижу, что знаю? Три Белавия, четыре русские. Русские авиалинии, там стоит беленький самолет, самолет. Вьетнамские, видишь? Вьетнамские. Немцы прилетают, люди готовы.
минут это ехать. Около 15 минут ехать к самолету с терминала второго. Ну, там черт знает где вообще. Площадь огромнейшая. Где-то как Бориспольная, наверное, я не знаю. Весь город. Площадь аэропорта.